Да. Иди сюда. Не, в траву не надо. Ну что, гражданка, молодец. Спасибо за борьбу. Вали давай. Давай. Живой. Ну-ка, быстро. Ну, давай. Я знаю, ты сможешь. Иди сюда. Буль. Молодец. Всем привет. Это Лёфер и немного китайских приманок. Сегодня я хочу рассказать вот о таком ратлине, который является копией на Rapala Ripping Rap в размере 70, вес его 21 грамм. Является он довольно шумным, то есть много мелких шариков, как погремушка это все гремит, шумит. Сам этот ратлин я купил на Алиэкспрессе, конечно же. Производит его контора Top Tackle Industries. Уже не раз в моих обзорах подобные продукция этой фирмы встречалась, но это были в основном минохи, да, сейчас это будет ратлин. Посмотрим, как он ведет себя на забросе, собственно, является ли он хорошим летуном. Понятно, что он тонущий. Ловлю я им обычно просто ступенчатой проводкой, то есть либо джиговой, либо подтяжками, удилищем и контролем дна. Когда приманка достигает его, да, соответственно, следующий я делаю следующий рывок. Летун на самом деле очень хороший, то есть весит много, компактная приманка должна улетать замечательно. Да, так и есть, то есть тот берег практически без вопросов. Что касается проводки, я повторюсь, я жду, пока приманка опустится на дно, и вот такими подтяжками, рывками с контролем дна все это дело провожу. Сейчас я ловлю, кстати, удочкой 10-30, флюр 14 либров и 15-сантиметровый мой титановый поводок ручной работы. Я просто сейчас иду с минохами, поэтому поводок именно титановый. Обычно с ратлинами я ставлю флюр, потому что все-таки донная приманка, если она зацепится и останется на дне, оторвется, да, водяном достанется, то флюр все-таки не жалко, а титан, ну, он просто дороже в производстве. Очень удачная модель ратлина, кстати, кто приют читает, уже видел несколько моих заметок, где он меня выручает. Хорошо отслеживается игра в рук, то есть при подтяжке я чувствую все вибрации, точно так же, как я чувствую, если игра сбилась из-за того, что что-то, допустим, на крючке, ну, там веточка какая-нибудь, да, листик прицепился. Он и гремит, и в руку отдает замечательно. Ждем. Ждем, пока упадет. Угу. Здесь не сильно глубоко, поэтому долго ждать не приходится. Можно рывки делать чуть мягче, то есть поменьше путь проводить, двойные какие-то, или вот подтяжки прям такие сильные. Здесь нет какого-то рецепта, который точно работает. Здесь просто эксперимент.
На что рыба сегодня настроена? В этом ролике я попытался рассказать про ратлин, копию на Rapala Ripping Rap. Рассказал о проводках, которые я использую, там даже что-то поймал, что не часто бывает в моих роликах, потому что это обычно именно какие-то обзоры. Затем будем прощаться, все как обычно. Кому что понравилось, что не понравилось, пальцы вверх-вниз. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи.